Так, Яшенька, Марочка. Вот они, мои хорошие. Такой у них вольер большой. Так, это у нас дружочек. Самая улыбака собака в нашем приюте. Там хмурая собака Маргоша прячется в будке. Так, это вот вольер для инвалидов. Они гуляют сейчас. Милка. Так. Это Линдочка с лапочкой. Вот они. Мои хорошие. Вот. Мои. Так. Чуча. Чуча. Мишенька. Мишелька наша. Старенькая собачка. Вот моя красотка. Это Марта. Очень красивая собака. Мощная, крупная. И очень умная. Ласка. Ласку долго лечили. Очень болезненная была собака. Жужа. Жужа. Жужу погрыз питбуль. Вот у нее одна лапа нерабочая. Вот эта вот лапка у нее без кости внутри. Вот. Тоже долго лечили. Это у нас Лина. А это... это у нас Лаки. Так. Это... мои хорошие. Хулиганы. Вот, видите, что? Разрушения сплошные делают. Вон, поломали. Это там Уля с Лукасом. Так. Здесь у нас Басенька. Бася. Вон лежит. Крупная, хорошая собака. Она метиска с алабаем, видимо. Очень крупная собака. Так. Ты мой хороший. Лайма. Так. Это у нас Груничка. Груничка-инвалид. Так, граф. Ладочка. Так. И там Бетти. Бетти на трех лапках. Одной лапки нет. Так, Шеги. Так, Лайка. Так, лапочка. Вот она у нас без трех, без одной лапки. Это наш знаменитый Рэмбо, которому голову почти отрезали, а мы пришили заново. Вот, хотели его скушать. Ужас просто. Спасение было целое. Вот, это Фрося Зося. Гизма. У Гизмы совсем нет зубов. Это Кирочка. Там у нас Юлечка лежит. Ты мой хороший. Где мой хороший? Вон они. Всем жарко. Очень жарко. Вот так вот и живем. Сегодня очень мало волонтеров. Ну, практически никто не приехал. Мальчишки только. Вот. И все. Но жарко. Очень жарко. Ну и дело у нас по горло. Вот. Приезжайте, кто может помогать. Спасибо большое всем за внимание. Наша спинальница. Так, вот она здесь у нас гуляет. Идем, муха. Вот, вот, за мальчишками гуляет. Ходит. Ай, муха. Орфей. Вот еще один у нас спинальник. Орфеюшка. Ты мой хороший, тоже гуляет. Вот. Когда мы здесь, мы выпускаем их из вольера, чтобы они хоть немножко прогулялись по травке. Все. Так, Барбосик погулял, идет на место. Так, а это Мухтар. Мухтарчик! Мухтар! Вот, там мясо режем. Нельзя, нельзя, нельзя. Вот. Все, погуляли. Идет на место. Так, это у нас Джека собака. Джека собака. Джека. Джека собака. Стефи. 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 Белла. Мой хороший. Да, да, да. Да, да. Моя Мика, Мика. Мика, Эрик, Руди, Алисенька. Вот они все здороваются. Так. Сонечка.
Малыш, Лиса, это Петенька. Так, очень жарко, собаки прячутся. Так, на этой неделе, надеюсь, стенку мы возведем и будем покрывать вольеры крышами. Меньше будет и шума, и не жарко будет. Вот, и от осадков тоже. Вон там прячутся они все. Так. Опа. Там у нас тоже собачки прячутся. Очень жарко. Барбоска с лялькой. Так, и эти пришли поприветствовать. Лика, Луна, Сэм, Мася. Ты моя маленькая, иди, иди, иди поприветствуй. Не дают, не дают. Все ревнуют. На Фанечка с Кузи. Сейчас с ними погуляем. Да, погуляем, погуляем сейчас, малыши мои, погуляем. Там Сарочка внутри сидит. Ох, мои хорошие. Там Лайка с Чарли. Так. Ну, это наша Рози. Рози, Рози моя хорошая. Идем. Вот она. Вот так ходит Рози. Выходит. Сейчас тоже погуляем. Они очень ждут. Ждут этих прогулок. Но сегодня народу очень мало. Вот. Мальчишки у нас работают. В поте лица. Вот. Там Найдочка прячется. Здесь Милка. Ваське вон жарко сидит. Сидит малыш. Так. Первый вольер. Фимочка. Лаврушек. И Бобби. Так, вчера мы делали забор крови, послали анализы на титры к бешенству в Германию. Вот, у 10 собак вчера взяли. Вот. Мои хорошие. Пока есть возможность. Мы делаем титры. Если вдруг этим собачкам повезет, их отправим к новым хозяевам. Все документы будут в порядке. Вот. И чипируем, конечно. Чипы у нас на этих собак. Вот мой хороший Бумер. Так, там Снежка. Ей очень жарко. Бумер, надеюсь, 4 числа улетит. Есть человек, который откликнулся привезти его в Германию. Так, это у нас Челси. Бонечка, собака моя. Так, это у нас Клёпа. И там Ракша. Так, Купер мой хороший. Где мой хороший мальчик Купер? Ну что у нас? Мы пока закончили ему обрабатывать глазки, курс этих антибиотиков, стекловидное тело, витамины, капли для глаз, мазь для глаз. Но так, результата пока никакого, конечно. Нужно будет теперь консультация у ветеринара, и уже будем думать, возможно ли ему операцию на один глаз. Второй глаз мертвый совсем. Вот. Где мой хороший? Не хочет показывать свои глаза. Уже знает, что мы его обрабатываем. Не хочет. Так. Ну вот у нас уже сделали стяжку для туалета. Так. Вот так. Здесь еще работа будет продолжаться. Там у нас будет душ. Вот здесь вот будут делать. А здесь у нас... Где у нас маленький? Малыш. Где у нас малыш? Иди сюда, мой маленький, иди. Вот, мои хорошие. У малыша пока все хорошо. Потихонечку его сейчас в основном хорошее питание. Медленно-медленно все будет хорошо. На поправочку пойдет. Вот. Белка. Иди, мой сладкий. Здесь у нас Лаки. Лаки хулиган. Хулиган Лаки. Ты мой хороший.
Скоро будем это убирать отсюда. Это у нас изоляторы. Вот это его прокастрировали. Вот какой хулиган. Да, хулиган. Он гулять хочет. Сейчас гуляет с Мухтаром, потом погуляет с ним. Да, мой хороший. Да, мой сладкий. Вот.